Всем привет, вы на канале Стрикс, с вами Вик, сегодня продолжаем проходить Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Так, в прошлой серии мы завалили Громозева зараженного, ну не то, что он заражен, хер поймешь, короче. Ну там... что ж, спускаемся. Здесь все тут заражено вот этим демоном, как они любят его называть, причем все без разницы. Теперь нам... короче, идем дальше. Сюда. Вот, да тут мы, да мы прям в жерле вулкана, как. Ух ты ж, ёпарасоте, вы только поглядите на эту красоту. Очень красиво все это в фиолетовом цвете, если честно. Вопрос, что это за демон, но это явно не наш старый с вами друг, которого мы, ну, победили, но... Тот был красный, этот фиолетовый. Хер его знает. Новый металл. Пламя и молнии. Это место для машин. Ему вообще насрать. Ему х... Ах, ну конечно, ему насрать. Мы... Я согласна, брат. Мы не задержимся здесь дольше, чем это необходимо. Нам ты чё, снайпер долбанный? Ждите тут, я подумаю, как нам перебраться. Не, ну как перебраться-то это... Элой. Это понятно, это довольно-таки легко. Вопрос только откуда? А, ну понятно, придется отсюда пройти. Ну да хрен с ним, это не страшно. Так, ладно, пойдемте. Вот, судя по всему, на... Нужно ли это разрушить? О, бля. Тут надо выждать момент, да? А, ну-кась. Все, понял. Подожди, там есть еще такая? Нет, все нормально. Погнали. Что-то я как-то быстро догадался, что в нее пипинуть надо. Угадать момент. Ну аж как без момента-то? Давай, и... В смысле? Блять. Не-не-не-не-не. Что-то я не совсем понял. Нужно перебраться на одном из конвейеров. А, отсюда прыгаем, да? А, ну не вопрос. Я думал, надо было... Отлично. Надеюсь, эти сообразят. Блин, эту штукенцию зря, конечно, не взял, но да... Ну да ладно, мы... Ого, она летит! Сам ты летишь, придурок, я просто зацепился. Ох ты ж... Блин. А где спрыгиваем-то? Теперь надо закрыть шахту. Так, тебе надо шахту закрыть. Чуть-чуть. Выдвинуть мост я могу лишь с той стороны. Это очевидно. Очевидно только как туда перебор... А, судя по всему... Так. А как? Я что-то с той стороны уступов никаких не вижу. Но... Но почему-то спрыгнуть сюда можно. Так. Не, что-то пока непонятно. Сейчас сообразим, подождите. А, может отсюда где-то залезть можно? Ага. Тут можно подняться. В принципе, старый добрый котел. Ток фиолетовый. Так, теперь нам... Судой, давай. Ну все, тут изи, ребята, ну просто на изи. Вот так. Ну, посмотрим, что получится. Да все нормально. Полоска пошла, значит, все хорошечно. Получилось. Вот они. А, мост, мы... Так, ну вы тут. Так, а как тут перебраться? Я что-то перехватил, теперь мне нужно... Ух ты ж, бляха, ты муха. Ты откуда здесь нарисовался такой? У меня есть. Смотри, сколько я стрел потратил на... Надо успеть. Становишь.
Бляха. Так, краб, как ты не вовремя, а? Куда ты вообще нарисовался? Один орёт забанук. Так, скорее всего, теперь... да, теперь надо опять заново. У меня что-то просто других версий нету. Ах ты, леха, ты муха. Ладно, давайте сейчас посмотрим, я что-то... О, не, нихера. Ни хрена. Слышь, забанук, ну-ка, умники, подскажите. Сейчас мы все стрелы восстановим. А то что-то беда. Так. 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 И вот так, отлично. Так, куда в итоге-то? Ну, не в смысле, куда в итоге так? Ай! А как? А чем ты спрыгнула? Помогите Аратаку Урея пройти через цех. Бляха ты, зараза. Не, надо как-то через верх, значит. Не совсем понятно, как. А если... Нет, без если, да? Ну ладно, погнали. Да ну нахренаш! Лой, блин, ну что ты меня разочаровываешь? Давай, в сторону, давай, хорошая моя. Давай, давай. Я перехватил управление. Что мне это дало? Отсюда не пройти. На ящик не залезть теперь. Куда в итоге-то? Чё-то я не соображу. А куда у нас вот этот провод? Тоже хрен поймешь, да? Так. Ну блин, ну я не могу туда попасть, там вот эта молния бьет. Или надо было выждать? Да, надо было выждать. Ну давай еще раз попробуем. Я, наверное, просто поторопился. Давай, 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 давай. Все. Еще одна попытка. Нет! А, все нормально. Что-то мы там перехватили. Может, теперь молния нас не ударит. Сейчас это и проверим, в принципе. Где-то здесь нас шибануло. Не, смотри, кажется, все получилось. Да, отлично. Теперь надо их переправить. Так, здесь мы остановимся. Эх, по скалам лазят как обезьяны, а тут не могут. Все, можно перебираться, наверное. А здесь что мы сделаем с вами? Скорее всего, надо их подождать, сейчас они что-нибудь зашаманят, короче, и... Давай, 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 давай. Да. Ой. А чё вот я так не умею? Такой гора была раньше, прежде чем явился демон. Ой, сейчас что-то... А, нет, полоска идет. Обход успешен. Ограничители не действуют. Всем людям, кто слышит. В мои системы проникла программа демон неизвестного происхождения. Трассировка показала, что она носит именование Гефест. Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на создание опасности. Доклад неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные данные. С нами говорит душа. Это запись и предупреждение. Гефест. Ну, он же был частью нового рассвета, частью геи. Да. Это имя тебе знакомо? Да, но я не знаю, что он здесь делает. Может, душа расскажет в других посланиях. Да, может быть. Пойдемте дальше. Короче, походу, сбой произошел какой-то с Гефестом. И он немножко перестарался, так сказать. Слишком умный стал. Умный ш... Это, блядь, ч... Машины. Здесь их строят.
как и сказала душа. Ледоклыки. И их очень много. Как бы он... поищу путь дальше. Как бы он их все не активировал, ребята. А нет, ваншотится. Ух ты ж, блядь, кто там у нас? О, нет, нет, только не ты. Началось, блядь. Бля, он сейчас завалит меня нахер. Щи... Он меня бесит. Ой, блядь. Он вообще не дает ни секунды отдохнуть или что-то там подумать, что-то. Как... Да, я могу точно сказать, что это волчара самое сильное существо в этой игре. Просто вот... Он ни минуты покоя, ни туда, ни сюда. Что же это такое? Очень дикий волк. Бешеный, как... Машины. Здесь их строят. Как и сказала душа. Ледоклыки. И их очень много. Меня больше волнует... Я поищу путь дальше. Ледоволки, блядь. Да, не надо палиться. Но чемодан мы ему сбили. Отлично. Так, пока мы стоим на хорошей дистанции, мы сейчас с ним сразу разберемся, чтобы он нам не мешал. Единственное, что расстояние большое. Вот он нарисовал, с хрен сотрешь. Блять, волка не агрите. Не а, блять. Да он даже выстрелить не дает. Уйди, уйди от меня. Охуеть. Пока терпится. Огневолки крайне опасны в ближнем бою. Так, чтобы повысить свои шансы выживания, соблюдайте. Как, блядь, с ним дистанцию держать? Он ее рвет за секунду. Когда мы троем. Машины. Здесь их строят. Как и сказала душа. Ледоклыки. И их очень много. Я поищу путь дальше. Давай, давай. Блядь, чё ты? Да смотри, он не сбивается. Ну ладно, уже неплохо. Блядь, сейчас эти вперед пойдут, и твоя хана будет. Блядь, всё мимо. Да что ж всё мимо-то летит? Ой, ладно. Подумаешь, задел чуть-чуть. Да. Блять, все, началось. Ты мне помешал, дурной. Пусть никто не уйдет. Да и мы тоже, по-твоему. О, а если я здесь стану? Ага, синий свет, помоги нам, да?
Ладно, давай спамить. Со вторым я знаю, как разберусь. Надо схватить его оружие. Да не то. Да хватай. Да и нахрен. Вот так вот. Отлично, это очень убойная штука. Так, а волчара-то куда ушел? О! Вот это другое дело. Вот это уже совсем другое дело, я вам так скажу. Так дела делаются. А то ты смотри, что, а? Размотали нас как... Как щенят. Бум-бум-бум! Не все так просто. Так, стоп. Спрыг. Нет, все же правильно. Да чтоб тебе. Нет, все нормально. Да спрыг, да это. Куда ты лезешь? Так, мы наверху. Ага, понял. Короче, пока что прыгаем. Все, слази. Так, отлично, я с этой стороны, надо им открыть, получается, проход. Проход можно открыть только при помощи нашего дорогого друга. Зачем нам сюда? Непонятно. Так. А, все, вижу. Надо переправить Аурею и Аратака. Сейчас сделаем. Че, проблем что? Ну, порядок. Давай. Пошли. Так, а наверх отсюда. Все, вижу. 100 метров нам осталось. Наши ребята на подходе. Но! Че, поболтать что ли надо или что? Не пойму, че встали-то? О, ну ты Аратак, ну ты медленный. Теперь мой черед. Я не понимаю, почему я так не могу. Ага. Что, прыжок судьбы что ли тут делать? Как бы тут еще фонарик сюда светит. Там прохода нет. Начал куда-то вниз. Так. Активируйте консоль. Так. Надо, скорее всего, нам сюда. Нет. Тихо. Не столкните меня, чертовы бабушки. Сейчас сообразим. Где эта консоль-то долбана? Да как ты, даже щит не помог. Плохо это. Что-то уже три раза сдохли, между прочим. И с этой-то броней. Ай-яй-яй, нехорошо. Так, ладно, ну я вроде как бы дошло до меня, что там сделать.
Остается только понять, как правильно спуститься. Сюда вроде как можно. Сука, блин. Серьезно? Все, без проблем. Сейчас. Панель управления. Давай. Всем людям, кто слышит. Переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. Голос изрекает слова, что были понятны предтечи. 28 ноября. Я не понимаю. Об операции «Свобода» раструбили по всем новостным каналам. На нас идет Рой Фаро. Видимо, от него Анита и хочет укрыть барьеры. Но значит, она думает, что мы проиграем. Знакомый, это... Длинношей. Точнее, то, что от него осталось. Ну вот, начинается. Так. Где-то тут наверх надо как-то подняться. Ему... Очень-очень толстый. Я бы сказал, так просто он не пробивается. Где-то... Все, вижу. Хлоп-хлоп. Все без проблем. Главное просто найти, куда зацепиться. И все тип-топ будет. И все будет как надо. Блин, а что не сказали, что он поднимется? Давай, давай, давай наверх. Так, там еще один подъем наверх. Куда только... Вон туда, наверное, да? А, сюда. Так. 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 Нет, туда я не допрыгну. Они и в бок тоже ездят. Так, и на это что... Короче, как-то по-китайски все. Все надо ждать. Вечно ждать. Какого ж... Походу, она не туда, да? Как же все печально. Ну ладно, о чем подумаешь. С кем не бывает, правда? Она искала способ, как одолеть демона. Ах ты ж. И, возможно, нашла. Зараза. Ну ладно. Подождем. Значит, Гефест тут на Гефесте у нас. Ну, да тут металл плавит. Они и в бок тоже ездят. Можно было на нее запрыгнуть и потом на эту, но... Эта фигня нужна была не сюда, а вот сюда. Да захватись ты же за нее. Так. А дальше?
Так, подожди. Ага. Понятно, что ничего не понятно. Не, стой, я не соображу, куда дальше. Ты ж, бляха, ты. Эти вообще далеко. А! Оно как элемент, блин. Наверное, я перекрыла шахту. Что-то туда, короче, нам. Ага, ага. На вид не слишком прочные. Ну, будем надеяться. Да тихо, тихо. Давай, быстрей, быстрей. Черт возьми. Ну, складывайся. Так. Теперь ждем, когда она закроется. Не, ну нафиг, блин, ну это... Мне это... Меня немножко утомляет постоянно то, что приходится вот это... Лазать, прыгать, ну серьезно. Как бы такое ощущение, что все DLC сделано на то, что нужно только прыгать да лазить. Вроде все... Фу, блядь, ты думал, сейчас не зацепится, это жопа будет. Так, а теперь как туда? А, ястики, да? Не-не-не-не-не-не-не-не, что-то не то. Так, это у нас... Че, подожди, а почему мы там не были? Или она мне сейчас сюда открывает только доступ, что ли? Ладно, давайте посмотрим, мы вроде же здесь были, да? А, мы снизу были, теперь мы наверх попали. Все, понял. Понял, не дурак. Так, здесь у нас опять спиралька, да? Да и хрен бы с ней. Нас она сейчас не очень сильно интересует. Да. Ладно, сейчас прокатимся. Ну, погнали. Куда только? Да, где вот слазить? Пока едет, едем. Что дальше, я не знаю. Но тут так запутано все. Все очень похоже, все одинаково. Ну, скорее всего, да. Да, отсюда. Ну да, дальше-то. Дальше-то у нас не прокатит. Офигеть, сколько нам ради этого пришлось сюда добираться. Теперь им будет куда проще сюда попасть. Блин, а мы были на этом... А, это все ради того, чтобы они прошли. О, лапа длинношея. Короче, это весь мусор здесь. Здесь плавильня. Ну, как, в принципе, да, плавильня Гефеста. Осталось только их дождаться. Ну, где вы? Я здесь. Где вас черти носят? Нарисовались, блядь. Пошлите, пошлите. Вас долго ждать? Открывайте мне эту херобору. Молодцы.
Это похоже на старую тропу. Мы уже близко. Так, что-то по пути там собираем всякую шалупень. Голос демона. Ребят, это... Это не демон. Это всего лишь поломанная техника. Я думаю, они оба здесь. Но нужно выяснить. Да ладно, так. Раз, два. Вот это идет свет сюда. Обнаружена потенциальная угроза безопасности. Так, вопрос. Нет, надо вот эту разво... Так, смотри, это отсюда идет сюда, отсюда сюда. Вот это я могу вправо повернуть. Нет, подожди, это ничего не дает нам, да? Так, так, так. Значит, так. Отсюда сюда. Здесь. Анализ матрицы наблюдения. Так. Здесь. Так. Наличие угрозы подтверждено. Так, так. Тихо, 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 стой. Тут пошла сюда, отсюда. Надо, чтобы она отсюда пришла вот сюда. Соответственно, нам нужно, чтобы от этой сюда, от этой собака. Значит, знаете, как должно быть? Вот так вот. Если я ее сейчас поверну вот так, потом так, потом так, потом вот так, она попадает сюда, от этой попадает... Бля. Вообще-то... А, подожди, так... Так... Она должна быть вот... Хотя бы так. Сейчас, подождите. Сейчас сообразим. Одна пошла сюда. Оттуда она отразилась. Туда... Она через... Ты чуть... Это я никак сюда не направлю. Тут сюда попадаю, сюда... Блин, это немножко посложнее. Так, так. Сюда пошла сюда. Сюда. Сюда, сюда. Больше никак. Отсюда я могу ее направить. Так, если только так, все правильно. Отсюда я направляю сюда. Здесь. Все. Так, по-моему, нам не надо. Так. Так. Отсюда. Так. Или нет? Блин. Если вот так вот сделать. Так, пока не особо выходит. От красной не отражается. Но я могу сделать вот так, да?
тоже, это нам тоже, в принципе, ничего не дает. Вот это что-то еще как бы дает. Надо вот это попробовать. Что у нас? Она в красную попадает. Мне нужно, чтобы она в нее попала. Да. Не соображу. Вот это тоже не особо что-то дает. Если я сейчас... А, я же вот это могу повернуть, правильно? А, от нее вообще все пляшет. От нее вообще все пляшет. Как же в нее попасть? Должно быть что-то вроде... Должно быть что-то вроде вот так вот. То есть под этим углом. Так, 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 так. Угу. Под прямым углом. Блин, не сообразить моя. Так. Куда я еще могу луч как направить? Так, это хоть так, так. Отсюда попадать сюда. Блин, да что ж такое-то, ну? Вот так вот. Ну-ка. Нет, ну-ка еще дальше. Так, так, так. Так, вроде что-то сохранилось. Так, у нас сюда свет попадает все равно. Теперь. Это у нас оттуда идет, сюда попадает. Блин, теперь я, по-моему, вообще себя в тупик загнал, да? Блин. Почему так сложно-то? Так, начало вот. Сюда вышла, сюда, судой, судой, пошла сюда, пошла сюда, пошла сюда. Теперь надо вот с этой поиграться. Так, попали мы сюда. Эту я могу повернуть вот так. Подготовка к контрмен. Это я могу повернуть вот так. Нет, это значит не так. Вот так. Все. Получилось. Инициировано частичное восстановление. Аналитический центр Йеллоустонской кальдеры активирован. Душа синего света. Это Аурея. Твоя слуга. И подруга. Так, отвлекли меня немножко. Скажи, как тебе помочь? Аурея. Демон строит охотников-убийц. Их тысячи. Он уже создал несколько новых моделей. Для ликвидации угрозы придется уничтожить почти весь комплекс. Опасность захвата. Доберусь до ядра. Пытаюсь снять ограничитель сигнала. Один, три, ноль.
не санкционированной увернуться к главному заданию. Блин, я разгадывал, что все сломалось, что ли? Ну что, балдели там? Взяли и все испортили мне. Тут больше делать нечего. Уничтожить эту крепость? А это возможно? До ядра добраться надо. Что будет с душой, если мы это сделаем? Не знаю. Но, наверное, ядро там. Все ответы внизу. Гефест. Демон. Не мог оставить ядро без охраны. Он бросит против нас все свои силы. Кто бы сомневался. Попросил бы тебя не мешать нам с Элой укрыться где-нибудь. Чтобы спастись. Но я знаю, что ты ответишь. Брат мой, я с тобой. Испортил момент, да? Ну, веди нас в бой. И, как говорится, продолжение следует. To be continued. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.